кусил. Кто меня кусил? Тигр тот кусил? Тигр кусил такой? Месячный тигр кусун? Кто умеет играть уже? Это еще какой? Кто умеет играть? Ты умеешь играть. И Тесла умеет играть. А что поймал? Поймал. Да, начался у нас сегодня, друзья, утро с похода в Россельхознадзор и прохождение... Семи кругов ада, да. Но пока еще не прошли, пока все только начинается. Это очень трудно согласовать все. Благо, ветеринары в Чите, ребята очень хорошие, отзывчивые. Поэтому в этом нам очень повезло. А вот Россельхоз Читинский с Россельхозом Новосибирский согласовать оказалось большой проблемой. Иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Потому что это новая штука такая. И они сами это понимают, что еще не шибко разобрались. Советуют нам как-то, не знаю, странные дела. Самое смешное, что нам нужно получить согласование перевозки животных с Россельхознадзором. И... Для этого есть такая система «Меркурий». Нам в этой системе Меркурий нужно получить номер площадки, на которую мы едем. И вот это такой загадочный процесс оказался. Потому что здесь у нас номер площадки есть. А там никто не может определиться, кто его должен открыть. И сегодня чего от нас только не хотели. И написать заявление, которое мы не имеем права заполнять вообще, только директор организации может. Да, фотографии, видео, условия содержания. Ну, это ладно с этим. Причина приезда. Да, и вообще, чего вы сюда едете? Вот так вот. Схватка. Схватка хищников. Вообще смертельный бой. Так что, ребята, простите за наш сегодняшний ролик. Да. Получился сумбурный, но мы реально освободились вот только 10:30 времени, при условии того, что мы в 10 часов выехали заниматься документами. Ну, будем надеяться, все нормально сейчас. Единственное, что, как обычно, 5 рабочих дней они будут рассматривать. Бам! Вот это каратист вообще. Вот это заборол, так заборол. Ты бы лучше Россельхознадзор так заборол, финик. Не согласуют? Пойдем всей семьей давить на жалость. Причем на самом деле в этом нет ничего сложного. И там такое забавное заявление на это согласование перевозки. Укажите вплоть до трасс, по которым вы собираетесь передвигаться. Где вы собираетесь останавливаться, кормить, поить животных. Инфинити заводится. Уф. Как Инфинити заводится? Смотри, лапы дерется. Так вот заводится Инфинити. А что ты схватил? Когтистый фаркон. Тут на кого-то напал тигр. Шмыгр. Тысь. Да столько проснулась. Уберите камеру. Уберитесь, прекратите съемку, прекратите. Я вижу, то я заплачу. Кто там фырчит мне в ухо? Сейчас шлепнешься. Жук. Тесла, ты что там тормозишь? Смотри, охота на тигра. А вот так теперь еще у нас умеет финик делать теперь вот так вот. Так вот финик научился. Покуряет горизонты.
Космонавтом быть. Твою мать, жрать захочешь, что не туда залезешь. Поползень. Ну, ворвался-то на диван, дальше что? Ну, ворвался-то на диван, ну, молодец. Да. Как финик вымогает еду? Финя, ну, давай немножечко терпения поднаберемся, пожалуйста. Финь. Давай чуть поднаберемся терпения, а? Вот ты один в один твой папа. Давай терпения поднаберемся. А? Пожалуйста. Финя. Финя. Чуть-чуть, пожалуйста. Ты сейчас штаны с меня снимешь. Так мы вымогаем еду. Финечка. И вот так же делал Ройс. Очень сложный процесс съемок. Мне вообще-то тяжело. 4 килограмма. 4 килограмма, да. Это кто у нас, Финя? Это там? Финя висит. Финя и палец все. Сосет. Давай. Давай, помогаю вас спасать. Освобождаем Финю. Освобождай. Освобождай когда. Сдеватели. Финь, ну надо взвешиваться, надо знать. Все, выходим. Выходим из сумки. Казалось, что найти вот такие весы — это большая-большая трудность. Весь магазин излазил. Тысенька. 4. Что, я говорю, одинаковые они по весу. 4, да? Ну, а с виду Финя побольше. 400 тоже. 400, да. Ну что, нравится висеть, что ли? Мне кажется, просто Тесла поел только что. Давай, освобождаемся. Ну, Тесле пофигу. Сумка и сумка. Ну и сумки по сюжету, ничего страшного. Я же тигр. Она вообще уже в будуар ушла. Разбудили, скажу, разбудили кошку. Скажу, да ладно, буду в сумке спать. Игрушка. Кровь на диване стоит, только теперь игрушек специально. Все для котов. А на диван не лазит. Дай легкий перекус еще на сон грядущий, да? Вот кто всегда жрать готов, так это Тесси. Тесси, ну а зачем лезть вот наверх куда-то? Вот девочки. Ушами шевелит всегда. Как лошадь. И ну уж прям смешно. Пожрать мы всегда, пожалуйста. Все. Сейчас тигр будет ломаться. Тигр сейчас надо в будуар отнести. Сама не дойдет, по-моему. Все, плюй. Нет? Ты же сама плюй. Это моя бутылка. Вот так, блядь. Кстати, ребят, в природе тигрица, вот как говорят, там за шкирку носит. Носит не за шкирку. Она носит вот так вот. Она вот так вот берет. Да, зубами, пасты. Зубами, она да. Физически не может залезть в кирку и несет. Мы пошли в будуар. Это пока.